Друзья, сегодня решительно потрясающий день. Сзади меня новый BMW XM 650 лошадей. Я же задыхаюсь. Братья, дышат, не забиваем. Я так взбудоражен, это нереально круто. Сегодня мы весь день будем гонять с вами, замерять его. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Перед началом не забудьте пройти по ссылочке в описании, там мой телеграм-канал, туда мы загружаем контент вот с подобных супер-ивентов в первую очередь. Так что ссылочка в описании на ТГ, увидимся там, а мы погнали дубасить на XM. Поехали! Давайте послушаем холодный пуск на этом XM. Для этого я сначала включу электромотор, на нем передвину машину сюда, чтобы можно было более удобно подснять, и потом включим V8. Не терпится поднять свои продажи в интернете? Отлично! Тогда собирай слова прямо с моих слов. Вперед к настройке успешной рекламы! Наставники больше не нужны. Теперь рекламу в Яндекс.Директе легко настраивать самому. Мастер компании предложит оптимальные настройки и поможет быстро запустить рекламу в интернете. С завтрашнего дня мы будем есть икру устрицами. Это я тебе обещаю. Друзья, что я могу сказать? Первые километры на BMW XM. Это просто охренительно. Сейчас мы едем на электротяге, поэтому вы можете слышать, что очень тихо внутри. Здесь у нас электромотор, почти 200 лошадей, и V8 4.4 битурбо, прекрасно известный любому значимому автомобилисту, почти 500 лошадей. Суммарная пиковая мощность составляет 650 сил. Есть еще другая версия, 750 сил она на подходе, но о двигателях и перформансе мы поговорим позже. Итак, у нас максимальные 23-е колеса. Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Они безумно красивые. Я думаю, вы согласитесь со мной. Напишите в комментах с радостью с вами. Там стараюсь общаться. О, смотри, покажи машину тут. Покажи, смотри. Вот это, блин, funny car был. 23-е колеса и, блин, конечно, приходится расплачиваться за их эстетику тем, что ты чувствуешь просто каждую кочку. Ты не только ее чувствуешь, ты ее слышишь. Но есть 22-е оптимальные диски у вас. Мы едем на специальную фототочку от BMW. И там BMW-шники, они специально, официально договорились с местной полицией. И они нам там должны помочь сделать легальные лаунч-старты. Аризона, BMW XM. Братья-автоблогеры, что еще для счастья нужно? Нормально. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Друзья, блин, настроение просто шикарное. Движуха сумасшедшая. Сзади меня, значит, наши коллеги-немцы. Мы сейчас сделали остановку здесь, мы ждем информацию о том, сможет ли полиция нас поддержать, чтобы перекрыть дорогу, поснимать легальные лаунч-старты, так сказать, под их контролем. Посмотрите, еще из интересного, здесь у нас на этом красном BMW XM снимает там Мэтт Уотсон из Car Wall, это супер крутой YouTube-канал. Здесь коллега из BMW-блога. В общем, здесь собралось огромное количество самых известных деятелей нашей сферы автоблогерской, мировой. Круто, блин, быть частью этого. И шикарная вообще погода, шикарный вид. Посмотрите, вот, ребят, запомните, простую вещь, классную. Аризона — это очень красиво. Понимаешь? Ну чего не понимаешь? Это не так сложно, чувак. Сейчас будем дубасить здесь все. Сейчас шериф нам будет давать добро на ускорение, все круто. Есть только пара минусов. Первый минус —
здесь дорога, она как бы идет вверх, то есть понятно, что да, мы вот драги девайс с собой взяли, но не получится разгон из-за этого замерить. Либо вверх, либо вниз дорога идет, ну как бы не. И второй минус, собственно, мы вдвоем на борту. Просто давайте кайфанем, прочувствуем лаунч-старт эмоционально. Первый лаунч-старт. Оп, оп. Ооо. 4,7 показало до сотни. Это было очень эмоционально. В принципе, результат, мне кажется, хороший, потому что, блин, дорога шла конкретно вверх. И нас еще двое на борту. Тачка валит люто, эмоции есть. Сейчас вниз похреначим. Очень классный лаунч такой. Немного необычный для BMW, потому что как-то, ну, этот старт происходит таким ударным образом. Обычно у BMW это происходит немного более плавно, мощность приходит. Вот так вот, сейчас вниз погоним. Оп. Ай. Ай. Ууу. Сейчас мы, когда летели вниз, получилось сделать 3,9 до сотни. Блин. И, короче, цифры получаются хорошие и вверх, и вниз. Но самое главное, это, конечно, эмоциональная составляющая. Она решительно потрясающая. Она просто, просто супер. Просто супер. Пять главных фишек внешности. Здесь сразу два логотипа BMW сзади, как у легендарного суперкара BMW M1. Спереди у нас новый дизайн с разделенными фарами. Круто! Более 5 метров и 100 сантиметров в длину и 2 метра в ширину. Это самая широкая тачка от BMW в истории. Роскошные 23-е диски с M-дизайном. Nice. Добротный диффьюзер и 4 выхлопных патрубка расположены в два ряда. Оцените этого монстра от 0 до 10 и подписывайтесь на меня, чтобы увидеть больше крутых тачек. Хочется показать вам пару прикольных моментов и один минус. Посмотрите, здесь винтажная вот такая кожа по салону. До этого я ее встречал на некоторых спеках Lamborghini Urus, и впервые олдскульная кожа официально теперь доступна и на автомобилях BMW. Еще из прикольных моментов, посмотрите, здесь подрулевые лепестки из карбона. Они прям крупные такие, и можно подумать, будто бы вы их установили в каком-то тюнинг-шопе, да, в какой-то тюнинговой компании. Все меньше и меньше остается пространство для тюнинг-компаний, кстати говоря, при работе с немцами, потому что есть у BMW, например, линейка запчастей и тюнячки BMW M Performance. Там, не знаю, ту же M2 может так нафаршировать, что уже некуда будет ничего разместить от тюнингистов. Про минусы. Еще один минус обнаружил. При заказе BMW XM всерьез задумайтесь о 22-х дисках, 22-дюймовых, потому что, ну, блин, как бы слишком шумно и жестковато на 23-х. Я бы выбрал 23-й, но шумновато. Погнали. Друзья, ну это, конечно, объективно вообще просто один из лучших дней в моей жизни, потому что мы здесь
снимаем для вас абсолютно потрясающую тачку. Мы в этом уже успели здесь убедиться. И мы снимаем ее вместе с поддержкой местных позитивнейших шерифов, которые перекрывают нам дорогу, угорают с нами, помогают все это снимать, снимать для вас разгончики. Мы тут встретили самого четкого фаната BMW. Скажи нам, почему это так? Окей. BMW, man! A little bit of a BMW fanatic. Друзья, давайте пробежимся по фактам, касающимся внешности нового BMW XM. Перед тем, как я вам расскажу про факты, немного поделюсь своими впечатлениями. Если говорить про фонари задние, они вот мне не очень нравятся, потому что когда мы снимали концепт XM, в конце 2021 года. Там эти фонари, они гораздо круче выглядели. На серийном автомобиле хочется их как-то доделать, знаете, вот будто бы немного не довели до ума дизайн. Передняя часть, друзья, просто посмотрите, она дерзкая на все 1000%. В целом машина безумно яркая, как по характеристикам, так и по внешке. Шесть главных технических фишек в новом 650-сильном BMW XM. Здесь у нас V8 4.4 битурбо и электромотор. Красота. Почти 500 лошадей от V8 и почти 200 лошадей от электромотора. Суммарная мощность 650 лошадиных сил и 800 ньютон-метров крутящего. С 0 до 100 км в час едет за 4,3 секунды. И версия Label Red на подходе, там будет 750 лошадей и 1000 ньютон-метров крутящего. О цене этого монстра от 0 до 10 и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые крутые тачки. Ой, господи, как же это хорошо. Машина очень напоминает, как себя ведет BMW X5 M, X6 M. В общем, короче говоря, внедорожники от BMW M, да, то есть крайне схожая ДНК. Она быстрая, она прекрасно управляется в поворотах, у нее весьма хороший звук. В общем, классическая M-ка в формате SUV. Как и говорил ранее, основной минус только один – недостаточный комфорт. То есть, вот мы сейчас едем, здесь стыки такие на асфальте. Блин, я слышу его, я чувствую каждый стык, это прям жестковато. Но такова расплата за высокий уровень спортивности. Четыре главных факта про BMW XM. XM – это первая M-модель со временем легендарной BMW M1, которая будет выпускаться только в сверхзаряженных версиях, то есть 650 или 750 сил. То есть никаких дизельных моторов и так далее, только V8 хардкор. А в версии 750 лошадей BMW XM будет самым мощным BMW за всю историю. А еще BMW является самым мощным внедорожником всех времен. Стартовая цена – $160 000 США. Друзья, давайте сейчас быстренько про интерьер, основные впечатления и основные факты. И погоним дальше. На что хочется обратить внимание, это новый уровень для салонов BMW в плане качества материалов. То есть они вообще везде все отделали кожей. Карта дверей вся в коже, алькантара, карбон. То есть здесь вам реально трудно найти где-либо, допустим, какой-нибудь дешевый пластик. Если говорить, допустим, про систему мультимедиа, про вот этот элемент с селектором переключения передач, это все, в принципе, выглядит так же, как и в других моделях BMW, да? То есть здесь принципиально ничего нового нет. Оно все удобное, понятное, хорошо известное. Затем в этой части есть некоторые новые штуковины, например, вот этот дизайнерский элемент с M-логотипом, прикольные новые дефлекторы. И огромная такая вот кожаная часть, отделанная такой винтажной кожей. Про подрулевые переключатели, карбоновые, спортивные. Про эти переключатели мы с вами еще в начале говорили, так что спереди все. Погнали назад. Знаете, сейчас прежде всего хотелось бы поблагодарить наших немецких коллег за то, что у нас есть возможность снять для вас эту новинку. И завтра будем еще М2 снимать здесь, в Аризоне. Мы очень устали, я там до
глубокой ночи готовился к съемке. До хренища сегодня всего с Евой для вас отсняли, для всех соцсетей. Но все равно вот эта возможность и это место, возможность поснимать эту машину, супер местечко, они заряжают как-то изнутри, да, и помогают твоей батарейке не сесть окончательно. Ладно, и вам спасибо большое, друзья, тоже за поддержку, за то, что смотрите. Всегда рад порадовать вас классным автомобильным контентом, что делаю уже, блин, с 2009 года, 2008. Пипец, как время летит. На заднем ряду все так же круто. Очень много качественных материалов. Опять вот эта винтажная кожа в картах дверей. Затем посмотрите, какой дизайнерский элемент идет. Здесь из карты двери, который продолжается дальше уже в заднее сиденье. Очень масштабная такая получается единая часть. Повсюду просто бесконечная алькантара. Есть даже BMW M-подушки. Я не совсем понимаю, как их использовать, но хорошо, что они есть. Вот. И самое крутое, это, конечно же, вот эта 3D-крыша. Это круто, ребят. Пространство сзади в багажнике, он небольшой, потому что машина гибридная, и здесь как бы даже вот нижняя часть, она не открывается. Видимо, там элементы электромотора, батареи, всех этих штуковин. Погнали к главным фактам, ребят. Винтажная кожа, необычные парящие ручки в виде кристаллов, огромные карбоновые подрулевые переключатели. Также внутри у нас вот такие XM-подушки для максимального BMW M-комфорта. Также внутри здесь есть вот такая XM-сумка. Внутри чарджер для зарядочки. Пришло время завершать наш YouTube-выпуск. Мы сейчас будем еще снимать кучу Instagram, TikTok контента. Мы реально уже подохренели сегодня это делать. Но мы будем это делать, потому что мы любим создавать для вас творчество. Давайте подведем итог по BMW XM. Тачка впечатливая, надеюсь, нам удалось передать вам тот кайф, который она дарит. Это лютая тачка, в самом лучшем смысле этого слова. Конечно же, многие будут сравнивать XM с тем же Lamborghini Urus и с другими заряженными кроссоверами и говорить о том, что, мол, вот тот же Urus, он гораздо быстрее. XM немного другого класса внедорожник, да? Самое главное, что эта машина прежде всего дает вам максимум эмоций. Да, динамика там помедленнее, но эмоции просто выше крыши. А чтобы соревноваться с тем же Урусом, у BMW есть X6M, X5M Competition, которые едут, ну, там, на 1-2 десятые медленнее, насколько я помню. Такие дела, друзья. До скорых встреч. Привет из Аризоны. Всех обнял, приподнял. Погнали дальше. Это 650-сильный BMW XM. Смех вырезайте. Четыре главных факта про BMW XM. XM... Soon, all new BMW XN, XN. Yo. Oh. Oh yeah.